Он, по-моему, кумулем выстрелил, да? Или нет? А, еще один там. Вот скроемся за этим Турмсом, потому что сзади него тоже Турмс. Казна, ствол минус. Опа. Влад, привет. Квасай, привет. Как научиться летать на вертолете в СБ? Я не знаю, честно. Я в СБ никогда не играю. Ой, блин, вот это выстрел, кстати. Все, як в своем репертуаре. Забрал одного и потом его забрали. Адьос, мой друг. Тебе и бомбы не помогут. Вот это отрезок, прям зашибись. Не знаю, хотя бы живучесть. Ну и живучести-то у него нету. Опа, на. И опа! Кто так может? А так могу я. Тройным тулупом в воздухе. По полной программе. Ох, 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 ох. Ну вот. Ну вот как-то так. Не надо поворачиваться. Вот и ЗСУ. Ну давай сначала ЗСУ, потом вот это Х2, и сейчас будет Х3. Опа, она. Ой, бомба. И бомба. Ай, блин. Давайте лучше... И не попал, блин. Хотел вертолет сбить и не попал. Так, сейчас... Где этот советский вертолет Ми? Нарами есть, вертолета, вертолет, нарами, блин. Где это? Где эта сволочь? Вон она. Ну, блин, а. Причем цель не особо-то и... бронированная была, но не довернул, потому что деревья помешали. ШК-60. Жаль, что из двух Д поставили только... А, ну да, я без энергии, конечно, сейчас собьешь нахрен. Так, Бэху открытовали только. Да пошел ты, вот ваша ЗРК, блин. ЗРК, ЗСУ, неважно. То еще удовольствие, поскольку сейчас наши быстренько возьмут
вертолеты, самолеты. И пока я профлангую до вражеского респауна, вот до квадрата Е5, Е6, в общем. Может оказаться так, что врагов уже и нет, как бы. Они все померли. Опа-на! Вот это выстрел! Вот это ханчик вернулся. Блин, вот тут кого-то заметил. Мой сокомандник даже не смотрит, куда я стреляю. Да. Иксты. Одним выстрелом 2 XM. Вы это видели?